этот пиксель. Ты... Вот с этого вроде уже должен попадать. Хз. Блин, ты как когда в Докторе Марио на первых уровнях руинишь, я думаю, что как бы с одной стороны бы да дальше еще куча таймсейвов, другой уже продолжать неохота.
не попаду. Ну... Ладно. Мне повезло. С его играл. Турень тоже можно без кита тащить, но я обычно по пейсу ориентируюсь. Если пейс хороший, то не рискую лишний раз. Накосячил, мог бы голду сделать. А куда ты на меня сейчас пошел? Птица, ну пожалуй. Слишком много огоньков, там невозможно следить. Забыл, как турень проходится вообще.
короче, страна будет. Ну, огонек, ну что-то там. Блин, вы как? Ой, как выжил? Не взять тут кита уже, не повезло. Не повезло с рандомом. Ух, блин. Блин, куда пошел огонек? Блин, ну это такая тупая ошибка, ну что такое? Тут один огонек на уровне, так что мы можем без кита пройти, блин. И в принципе начало-то нормальное было. Блин. Почему я местный использую? Ну, много причин. С ним совместим автосплиттеры, по идее. Хотя они, конечно, еще с Нестопи и со многими другими эмуляторами совместимы. Вот. Я, кстати, не помню. Я раньше на Нестопи именно играл. До там... Я последний только где-то год назад перешел на местный. Мне нравится, что и инпуты отображаются, то есть на Нестопи нет функции отображения инпутов. Мне приходилось использовать стороннюю прогу, чтобы инпуты выводить на экран. А эта прога потом перестала поддерживаться, и
нужно было что-то другое придумывать. Вот, а потом я посмотрел, что на место не этом троин. Блин, ну тут. А, все, хана. Это сложный уровень, действительно. Блин, то один огонек, то другой, Ай-яй-яй, блин. Ну иди ты налево, ну. Твою налево. По качеству эмуляции, ну, говорят, что местно точнее, но глобально как бы ты этого не заметишь просто, то есть и даже, ну, это какие-то специальные тесты надо проводить, то есть обычный игрок или даже спидранер, невозможно как бы такие вещи заметить при обычной игре, ну, как мне кажется. Я, по крайней мере, не знаю, в чем конкретно точнее, но вот по тестам вроде точнее. Да, ну, то вверх, то вниз, блин. Так, мне повезло. Ну, пока более-менее везет, блин, одна смерть тупая. То есть, наверное, вот инпуты, отображение инпутов было, наверное, главной причиной для меня на тот момент времени. Что мне в целом нравится, как она сделана, как там настройки сделаны. То в некоторых эмуляторах, например, слишком много настроек, и я прям захожу и дико путаюсь в том, как там все устроено и. Ну, огонёк. Ладно. Блин, не люблю эту уровень. Это вот половину. Успею, должен успеть. Так. В конце чуть-чуть потерял, ну ладно, повезло. В целом-то. Ай, блин, ну. Ладно. Ух, развернулся, блин, если бы сейчас огонек не развернулся, я же бы не успел побежать, не пришлось бы куда-то вниз туда сбегать, там мне что-то придумывать. Миднафин? Я, насколько знаю, его используют для игры по сети. Турниры там всякие проводят на нем иногда. Я недавно вот сталкивался, какой-то турнир был, там Миднафин использовался. Так, не знаю, мне он не нравится. Хотя я с ним не особо знаком, но что-то я к ним как-то предвзято отношусь. Мультиплатформе, но мне это не нужно, потому что я только NES по большей части играю. Ну а на случай там Sega и SNES у меня тоже свои эмуляторы. На SNES тоже есть Mesa, SNES-овский, Mesa NES. Так, окей. Еще и жизнь взял. Жизни должно хватить на оставшиеся уровни. О, нифига жизни, блин. По идее, если все нормально пойдет, то мне столько даже не понадобится. Thank you.
Так, надо с его войти тут. Ну, блин. Ладно. Тут еще будет несколько сложных уровней, а тут и легкие пока идут. Вот этот жесткий, тут паутины не хватит. И два огонька, да. С одной стороны, с другой. Беги ты, ну. Ух, чуть не. Да. Ну куда вы? Капец, рандомно этих пауках. И тут тоже. Окей. Ну потерял, ну. Хорошо, могло быть хуже, конечно. Так. Опять этот, блин, ну тут хотя бы паутины полно. Блин, ну! О. Я уж прощался. Ну, в принципе, тут можно было сдохнуть, у меня жизни полно, это начало уровня, в начале не так критично умирать, поэтому я... Думал уже, ну ладно, сейчас сдохну, заново начну, а я еще и выживу, блин, только лишний раз. Ой, блин, не люблю это место, не люблю. Все время тут как-то сумбурно все происходит. Ужасное начало было, капец. Для продолжения не лучше. Вот этот уровень реально не очень. Я на нем в ПБ сдохнуть умудрился, судя по всему. Ну ладно. А там, видимо, плохой рандом на ките мне выпал. Единственное, как можно заруинить, если кита не получится взять. Да что такое? Надо же так тупить. Я уже думаю просто о том, как бы не сдохнуть, и кита нормально взять. Когда кит дает, я как-то расслабляюсь уже. Так, надо вот так, вот так, вот так. Вот сложный уровень 77, да, я помню. Так, не туда пошел. Птица, птица, перенеси меня, ну птица, ну не... Ну, почти задел птицу, она меня перенесла бы. И... Сейчас уже не надо, ладно. Хотя бы так, могло быть еще лучше.
Ну все, дальше там. Там будет еще, по-моему, сложный уровень, но уже типа такой жести, по-моему, особо не будет, так что. Надо дотащить. Блин, далековато. И птица пошла вон. Сейчас бы, если бы она перенесла бы меня, я бы мог не успеть взять кита. Ой, дебильное место какое. Ладно. Так, паутины хватает. Ну-ка, раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Да ну, уйди, ну. Три раза, серьезно. Четыре раза меня птица перекинула за один лук. Сейчас бы паук вниз пошел, я бы сдох из-за птицы дурацкой. Дебильный уровень. Я, кстати, не знаю, как тут дальше делать. Сейчас придумаю. Так вот. Ну, огонек, ну... Блин. Птица, блин, надо было приостановиться, что ли. Гонёк, ну... Блин, как... Огонёк, ну пошёл вон! Чё, хана, блин. Он меня... Они мне не дали вначале кита взять, пришлось без него идти. А в итоге еще и... То есть, короче, чтобы два раза подряд мне рандом не дал. Ну ладно, до этого нормально давал. Тут не может везение длиться вечно все таки Обидно, блин. Довольно много потерял. Если бы я еще сразу же сдох там в начале где-нибудь. Все, теперь только с китом. Вообще, можно было бы попробовать. Может, я успел бы еще кита взять. Ну, куда ты меня тащишь? Птица, блин, тут еще отвлекла под конец.
слишком высоко паутины, поэтому если брать кита, то надо потом... А вот как я сейчас за ним вниз пойду? А уже не успею взять. Назад, иди назад, налево. Ей. Хотя бы так, блин. Все, везение кончилось. 10 уровня не хватило, блин. Везение. Тоже ужасный уровень. Ну как, не ужасный, плохой. Он сам так-то легкий, тут паутина внизу. Кстати, я не задумывался, что не только уровень сложный, где паутины не хватает, а еще где она наверху находится. И ты тупо не успеваешь после того, как седьмую паутину сбиваешь, потом взять кита. Сейчас чуть птицами тоже все не заглинило. Далеко, далеко, пит. Ух. Тут только с китом. Привет, курага. Тоже желательно с китом. Или нет, сейчас. Да, нормально хватает на кита. Yes. Yeah. Сейчас в конце еще одна опасная ситуация была уже. Все-таки везение еще разок сыграло. Типа за GG курага, лошара. Тут хороший ран. Это не минус игра, тут можно еще улучшить как минимум, ну, минуту. Вот я две смерти было, это где-то вот саб 33 тут. Возможно сделать, но я думаю, этот ран останется надолго, потому что я не планировал эту категорию. А ну ее без смертей гриндить, это надо, я не знаю, там неделями реально сидеть гриндить, а она все-таки начинает побешивать, особенно вот птицы.